Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как наушники Sennheiser CX Plus подключить к iPhone. Достаем наушники. Заходим в Bluetooth. Bluetooth у нас включен. Далее зажимаем наушнички сзади. Пока они не начнут мигать синим. Вот мы их зажали тут. Это отменить, это потом. Вот, нашли CX Plus наушники. Нажимаем. Так, это нас интересует. Они уже к нам подключены. Собственно, мы их подключили. Если мы хотим ими больше как-то управлять, то нам надо будет скачать приложение Sennheiser. Sennheiser Smart Control. Его качаем. И там уже сможем ими управлять. Можем дождаться, пока он скачается. Открываем. Соглашаемся, нажимаем продолжить, пропускаем. Окей. Без устройства не найдено. Что удивительно, потому что мы к нему подключились. Давайте нажмем добавить устройство. Вот наши наушники. Так, ну мы это уже все делали. Давайте еще раз зажмем сзади. Создать пару. Подключено. Тут у нас, как видите, все настроечки. Продолжаем, и тут можем настроить все, что хотим. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!